Алиса, твоя мама здесь. А сейчас всей площадью споем одну песню, которая называется «Гимн великому пригороду». Слова простые, на недельку, до второго, дальше вы знаете. Поехали. На недельку до второго я уеду в Комаров, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду куда? Хорошо, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комаров, где качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комаров. Хорошо, и у вас в карельских скалах будет личный кто? На воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов нам не надо. Мы за то, что в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду до Морова. Я забыл, что в синем море что? Не тонули. Вот такие у нас взрослые, оказывается, мальчики тоже теряются. 5 лет уже мужчине и потерялся.